это не наш. Наш сейчас придет. Нам нужно проехать там сколько-то остановок до нашей станции. Здесь, кстати, посольства, они все в одном месте. И наш поезд 281. Слушай, ну здесь просто классно, очень цивилизованная страна. Мы идем сейчас вот в это вот здание. Вот у нас два билетика. Вход стоит 85 местных денег. То есть примерно там 2500 рублей на двоих. Вот такие билеты. И вот эти два здания. Это... Да, но это самое известное здесь здание в Малайзии, самые высокие. Они на втором месте по высоте. Вот. Мы взяли с собой трипод, но, к сожалению, нельзя заносить, вносить в это здание моноподы, триподы, треноги. Все это запрещено. Ну, вон он, то здание, в котором мы сейчас будем. Вход у нас в 1:30, то есть через 45 минут нас уже туда пустят. Да, мы идем в Starbucks. Ну, красивый, вообще красивый город Куала-Лумпур. Все очень хорошо говорят по-английски. Ну, правда, вот мы вчера побывали в индийском квартале. Там не очень хорошо говорят по-английски, я бы сказал. И когда нужно решать какой-то вопрос, весь коллектив выходит и начинают решать это совместно. Мне нужно было распечатать сегодня утром 4 листка. Не поверите, это делали 5 человек, все вместе. 2 человека искали в компьютере, как открывается Gmail-овская почта. Другие там что-то настраивали. Ну, в общем, в итоге они сделали это. Это были индусы. Классные ребята, и у них очень вкусная еда. Правда, острая очень. Ну, цены здесь не очень высокие. Вот. Мы вчера смотрели, сколько стоит гостиница типа Хилтона. Обходится, ну, там чуть больше 150 долларов за номер. В США за эти деньги можно за 160 долларов арендовать какие-нибудь 3 звезды на Манхэттене с видом в колодец. И с кондиционером там годов 60-х, такой встроенный в окно, который шумит и не охлаждает. О, нас пропускают, спасибо. Такие вот здесь полицейские, в таких машинах. Ну, все то же самое, как и везде. Да, очень похож. Ну вот и Starbucks. Starbucks на Манхэттене, Starbucks в Брайтон, на Брайтон-Бич, Бруклине, Starbucks, Starbucks. Все, мы идем в Starbucks. Я думаю, они скоро нам за рекламу будут платить.